Запускаем вибропресс Максимал в городе Красноярск. Пульт автомат, управление одной кнопкой с модулем цветного слоя. Управление вибратором с помощью частотного преобразователя. Конвейер загрузки у нас тоже используется, частотный преобразователь для более плавного управления движением. У заказчика очень большое количество матриц, порядка 10 штук. 180-й бордюр. Это у нас радиусный дорожный бордюр. Остальные поребрики радиусные. Все испытаны, проверены, выполнены качественные изделия. Вот такого вида дорожный бордюр радиусный. И разного вида садовый бордюр с двумя фасками, тоже радиусный. Повторюсь, 6 разновидностей радиусов поребриков. Клиент приобрел еще у нас силос на 50 тонн со шнеком 10-метровым. Все это они установили самостоятельно. Сложности в производстве радиусных бордюров и поребриков особых не составило. Матрица изготовлена очень качественно. Обои на изделиях почти нет. Вот такая комба получилась из самых коротких изделий. Для бесперебойной работы пресса заказчик приобрел электрокару и сделали самодельные удлинители. Поддоны ламинированные, ничего не скользит, изделия стоят достаточно плотно. И, соответственно, срок эксплуатации этих поддонов гораздо выше, чем обычных. Заказчик изготавливает вот такие проставки для гидроподъемника и поднятия изделий. В принципе, работает все хорошо, без каких-либо нареканий. Вот таким видом все это поднимается. Помещение еще готовится для полной загрузки работы пресса. В дальнейшем это будут пропарочные камеры. Лента еще форма. Стеновой блок есть, его тоже выполнили из отсева с песком. Получилось вот такого вида. Для модуля верхнего слоя заказчик приобрел смеситель 100-литровый и в последующем еще приобретет ленту для подачи его в бункер верхнего слоя. На вибропрессе Максимал установлен двигатель вибростола
мощностью 11 киловатт. Здесь у нас установлен сам виброблок, там два дебаланса, крутящиеся навстречу друг другу. На плансоне установлены два вибратора мощностью по 0,27 кВт. И в данный момент установлена форма бордюр дорожный шириной 150 мм, высотой 300 на метр.